Сегодня праздник. Очередная годовщина вывода войск из Афганистана. По поводу праздника готовлю блюдо. Жузгун печальный или острогал рубцов. Для этого лежит на столе рыба. Рыба посолена. Рядом лук, морковка. Осталось только нарезать лука с морковкой, нашинковать рыбу, завернуть и положить в казан. Удаляется чешуя, чистится. Удаляются внутренности. Удаляются жабры, чтобы не было горечи, когда кушают. Берется морковка, режется кольца. И закладывается вовнутрь. Лук нарезается кольцами, но не закладывается. Он будет использован после того, как рыба доведена до полуготовности. Отдельно. Символ праздника и горя. Далее берется фольга. В конечном виде на столе это блюдо выглядит так. И для пущей важности луковица, доведенная до полуготовности, ставится в любом месте. В данном случае росточек – это как символ жизни. Есть много цветов, а в Афганистане был черный тюльпан, перевозивший цинки с Афганистана на родину. Готовится это блюдо на медленном огне в течение получаса, минут 5-7 настаивает, а потом съедается.